Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами канал Ирина Шевелева в Цветочном мире. Сегодня у нас уже 25 сентября. Уже заканчивается первый месяц осени. Наши гортензии в полном цвету. Некоторые уже и цветают, поэтому хочу поделиться с вами этой небольшой красотой. Вот это у меня такая красотка, Ванила Фрайс. Вот эта девочка такая. Я ее так и не подвязала. Поставила опору, но так и не подвязала. Вот так она у меня на сегодняшний день выглядит. Ей здесь очень все нравится, поэтому вот такая она у меня красивая сегодня. Соцветие у нее огромнейшее. Такая вот красотка. Это на дальнем плане мой второй двор. Обычно перегораживает вот это вот, разделяет у нас дровница. Дрова еще пока не заготавливали, поэтому виден площадочка, где у нас стоят на продажу гортензии, ну, которые я вожу, продаю. Ну, ладно. Я хочу вам показать цветение сегодня пеларгонии. Господи, у меня пеларгония в голове. Гортензии. Вот такая вот красоточка. Ванила Фрайс. Дальше у меня идет такая красотка самарская Лидия. Тоже она поменяла уже цвет. Практически вся бордовая. Здесь у меня немножко притеняет куст вигелы, который я собралась убирать. Вот. Но она тут у меня не сгорела, скажем так. На той стороне противоположной практически все сгорело. То есть они стоят уже бордовые-бордовые, такие прям подгоревшие. Так, моя такая клумбочка небольшая. Это у меня гелиниум такой красавчик разросся. Такой шарик вообще очень красивый. Гелиниум. А это зацветает рудбекия. Рядом здесь вот такая вот гортензия Lamb Light. Просто красотка. И вот еще одна маленькая Ванила Фрайс. Так, давайте перейдем на другую сторону и покажу, что меня радует здесь. Здесь у меня мои новиночки маленькие. Вот такая у меня Raspberry Pink. Она малютка еще. Я думала, она не зацветет. Но она зацвела. Raspberry Pink. Вот такая красивая тоже девочка. Так. Пойдем сюда. Здесь вот тоже зацветает ванилочка. Вот так вот выглядит у меня на сегодняшний день моя сгоревшая самарская Лидия. Вот такая вот она стала. Но она подгорела просто вот конкретно. Вот так вот выглядит мой полярный мишка. Тоже, кстати, эти очень красивые. Но это уже все отцветающие. Еще и подгоревшие. Полярный мишка. Так. Здесь вот у меня, кстати, большой кустик. Ой, как-то красолисково. Да, она набрала бутоны. Но я боюсь, что она не успеет у нас процвести. Уже время у нее практически нет. Так, это Фрайс Мирьва. Тоже. Ну, что-то увидим. Что-то увидим. Вот еще у меня одна самарская Лидия. Стала бордовая-бордовая. И не очень красивая. Уже отцветает. Вот это Lamb Light. Одна шапочка, самая первая, уже отцветает. А вот эти бутончики красивые. И еще очень даже ничего. Также здесь у меня Summer Love. Вот такая девочка. Summer Love. Бутоны огромные. Вот этот бутончик подломался, поэтому он высох. Но я его еще не убирала. Вот. Здесь есть уже такие, которые отцветают. Summer Love. Очень красиво отцветает. И есть еще более свежие бутончики. Вот такие. Так. Вот это Summer Love постарше кустик. Тоже уже что-то отцветает. Вот что-то еще набирает цвет. Вот такой. Так. Это у нас красавец Bonfire.
Вот он, самый первый бутон, он отцветает уже. А вот эти девочки еще набирают. Красотки такие, прям не могу. Он, конечно, когда только-только начинает зацветать, он просто очень красив. Вот такой красавец. Так, так разрослась у меня бакупа. Такой огромный-огромный куст. Здесь сидит три череночка. Так, пойдемте пройдем дальше. Хочу вам показать несколько сортов серии пан. Это, ну вот подойдем к этой красавице. Это у нас пандрия. Тоже молоденький кустик. Они у меня, как я вам уже неоднократно рассказывала, черенковались, поэтому они особо не сформированы. Ну вот такая вот она симпатичная девчонка. Это пандрия. Вот так она вот распускается. Позднее цветение, но вот это уже окрасилось. Это пандрия. Довольно-таки, вроде как, кажется, фертильные, стерильные цветочки. Внутри. Давайте посмотрим на полураспуск. Видите, фертильные, стерильные. Фертильные, внутри красненькие такие точечки. Прям розовенькие такие, ярко-розовенькие. И вот потом она становится вот такая. Красавица. Это пандрия. Кустик по высоте небольшой, 60 сантиметров максимум. Так, перейдем вот к этой красавице. Это у меня панорама. Вот такой кустик тоже нарос. И вот так она сегодня выглядит. Да, она уже отцвела. Такая зелененькая с розовым ботком. Шапочки такие крупненькие довольно-таки. Цветок тоже очень крупный внутри. Конечно, когда она зацветала, она была просто красавица. Это панорама. Так, теперь перейдем вот к этой красавице. Это пандалус. Тоже они все невысокие, серия пан. Вот соцветие, смотрите, его первое, ой, первое, последнее. Беленькая внутри, красненькая бубочка. Стебли бордовые, ну и сама она вот такая красавица бордовая. Шапочки не очень крупные, ну можно было, конечно, их сделать и покрупнее, если поставили меньше побегов. Это пандалус. Красавец. Так, это... Девочка у меня пан Зола. Очень красивый кустик. Такой аккуратненький. Стебли у нее прямо стоящие. Конечно, все равно она у меня подвязана, потому что у нас были сильнейшие ветра. И, естественно, боялась, чтобы их не сломала. Вся серия пан очень достойная серия. Цветоносы очень такие у нее плотные, набитые. Вот у нее цветение. Последний распустился цветочек. Вот практически последнее цветение. Очень красиво смотрится. Она не такая насыщенная, как, например, панорама. Ой, что это у нас там было? Пандалус. Не такая насыщенная, как пандалус. Но не менее бордовая панзола. Красавица. Так, и еще хочу вам показать один сортик. Это у нас кто? Сейчас скажу вам. Панама. Панама тоже невысокая у меня пока. Что мне в ней очень понравилось, это ее цветы в соцветии. Посмотрите, как они выглядят. Прям такие вертолеты, крупные-крупные. Вот они, красавцы. Очень понравилось, прям вообще. Она такая еще у меня более рыхлая, чем, например, те предыдущие гортензии. Но я могу себе представить, что она себя покажет в следующем году, так как она, естественно, будет взрослее уже. Но вот ее начало цветения. Смотрите, какие красивые, очень похожи на гиацинтовые. На скайфл, на первый взгляд. Но это, конечно, не скайфл.
Вот такие они красивые. Поздное цветение. Первых два цветоноса уже поменяли цвет. А вот эти красотки еще только начинают. Так. Ну, еще хочу вам показать несколько сортов, которые меня в этом году очень порадовали. Вот такая красотка. Конечно, вот есть уже отцвевшие бутоны, а есть вот такие красавцы. Это Red Light. Вот так вот он. Кустик смотрится вот так. Красиво. Red Light. Все, конечно, не буду показывать, потому что они уже не очень красивые все. Есть, которые уже цветают, есть, которые еще очень прекрасно себя чувствуют. Поэтому покажу вам самые красивые. Так, вот эта красавица у меня. Вот так на сегодняшний день выглядит моя Фрайс Мельба. Очень красивый цвет такой прям. Ах, очень красивый. Конечно, уже в этом оцветании есть своя прелесть. Беленькая пимпочка в этом году у нас вообще пропала. Только-только бордовые соцветия вот такие. Фрайс Мельба. Так, еще хочу вам показать Сандей Фрайс. Практически уже вся отцвела. Вы знаете, я всегда говорю, есть своя прелесть. Даже в этих отцвевших соцветиях. Такая вот красота. Сандей Фрайс. Так, сейчас еще хочу вам показать мохито. Вот она, девочка. Она у меня тоже поздно цветение. Вот так она зацветает. И вот так. Вот так выглядит уже соцветие. Оно, конечно, не полное. Было полностью зелененькое, а потом поменяло немножко цвет. Краешки лепестков стали розовенькие. Вот такая красотка. Это мохито. И также хочу показать вам вот этого красавца. Это диамантина. Тоже уже отцветает. Вот так он выглядит у нас сегодня. Интересный цвет у него получается. Такой зелененький с какими-то разными оттеночками. И здесь и розовый присутствует. И какой-то фиолетовый немножко. Такой сиреневатый оттенок. Но в основном она стала вот такая. Девчонка. Это диамантина. Шапочки набитые, крупные. Очень крупные у него соцветия. Не менее 30 сантиметров. Некоторые доходят. Первые соцветия у него были до 50 сантиметров. Так, еще хотела вам показать. Вот такого красавца. Очень поздно зацвел. Это у меня Вимс Ред. Куст огромнейший. Соцветия он все-таки выдвинул. И вот одно он все-таки распустил. Он еще не покраснел, конечно. Но почему я вам показываю? У него очень огромные стерильные цветочки. Ой, фертильные. Прям огромные-огромные. И сама шапочка такая аккуратненькая, кругленькая. Прям вот, ну я не знаю, прям она вот заслуживает мое внимание. Я вот хожу в нее и любуюсь. Очень красивая, ровненькая, прям такая красотка. Это Вимс Ред. Так, конечно, в этом году наши гортензии очень-очень страдают. Очень, потому что слишком у нас жарко. Это не свойственно для Белоруссии, такая температура. Так, хочу перейти на другую клумбу и показать вам свою металлику. Как она у меня расцвела. Вот. Тут у меня везде-везде шланги. А, вот еще хочу вам показать одну красотку. Pink and Rose. Вот она. Pink and Rose. Вот видите, соцветие уже подгорело и цветает. А вот она, девочка, как выглядит красиво. Pink and Rose. Красавица. Так, пойдем дальше. Ой, чего у меня тут только нету во дворе. Вот зацветает у меня красавец металлик. Очень ждала, прям ждала.
Вот это металлика, девочки и мальчики. Конечно, когда она зацветает, она очень красива. Вот это ее бутоны, которые зацветающие. Естественно, она у меня тоже черенковалась и была высажена с маточников. Но все-таки она... А, это у меня там еще гибискус попал немножко в кадр. Вот такая она, девочка, красивая. Металлик, конечно, очень красивый. Мне очень она понравилась. Также у меня здесь начинает зацветать пиксио. Но я, наверное, не увижу его цветение. Ну, ничего. Так, еще здесь у меня одна красотка разлеглась. Это кто у нас? Наверное, Pinky Province. Сейчас посмотрим, кто это у нас. Pinky Province, все правильно. Вот такая она красавица. Pinky Province. Они у меня посажены очень близко. Поэтому... Это была экстренная рассадка уже их. Поэтому в ближайшее время, как закончу торговлю, будет все пересаживаться. Ну и вот тут рядом у меня Bonfire еще один спрятался. Bonfire, конечно, красавчик. Из этих нашумевшись трех сортов. Вот в последнее время, как они прям шумели, Pixie, Bonfire и Metallica. Bonfire мне очень нравится. Смотрите, какие у него шапки огромные. Это с учетом того, что он черенковался. Был убран с улицы в теплицу в феврале. То есть он черенковался, потом высаживался. Короче, ему досталось, этому красавцу. Но, однако, это сорт очень достойный. Красавчик просто. Какие у него огромные цветы, посмотрите. Внутри соцветия. Ну и металлика мне очень понравилась тоже. Металлика просто красотка. И вообще люблю, очень люблю гортензии. Также хочу, ребят, пройти показать вам, что я тут себе наделала. Наделала я штамбиков. Смотрите, вот такие штамбики у меня. Это я уже сделала задаток на следующий год. Вот такая красотка. Видите, это Самарская Лидия. Вот там еще. Если кого-то заинтересует, сделаю вам видео, как я делаю штамбы. Вот такие вот они у меня красавицы. Тут у меня целый лес. Это у меня тут еще есть. И Bonfire тоже. Вот он красавец. Тоже с него сделала штамбик. Фантом сделала штамбик тоже. Вот такой вот. Бонфайр, смотрите, вот в один стебель. Какой он красивый, какой он огромный. Посмотрите. Просто. А здесь вообще вот цветок Бонфайра. Внутри соцветия. Обалдеть можно. Красавчики. Самарская Лидия тоже. Вот это у меня все сделано на штамп. Уже в следующем году я буду формировать штамбики. Так, так, так. Вот они у меня красавицы все. Такие красивые стали. Просто прелесть. А также хочу немножко, ребята, вам показать свою площадочку. Вот это все, что я продаю на сегодняшний день. Вот так они выглядят. Здесь вот и Bonfire есть. Summer Love вижу. Red Light. В общем, разные. Фантом. И таблички у меня, и вот так это вот вся красота выглядит. Много чего продается. Площадочка моя возле дома. Видите, какая Самарская Лидия яркая такая, просто прелесть. А тоже штамбик. Это сын с собой брал их на продажу. Я так не хочу их таскать. Также много малышей. Вот так вот. Они у меня все подписаны, также все продается. Вот так вот. Где-то есть фотографии, где-то нет. Вот. Красотка. Хинацея. И еще. Ну, вот так вот мы на сегодняшний день выглядим. Я думаю, осталось совсем чуть-чуть поторговать. Уже смотрю прогноз погоды. И
уже, наверное, через пару недель уже будет холодно. Ну, не холодно, но уже температуры все понижаются. Вот такие красивые. Слушайте, вот где в один стебель, какие огромные шапки. Это говорит о том, ребят, что когда формируем кустик, особенно когда они молодые, не нужно оставлять много стеблей на кустиках, потому что они, если будет много, будут тоненькие и шапочки будут маленькие. А если на молодых кустиках оставляем 2, 3, ну 4, то, естественно, они будут очень крепкие стебли и крупные шапки. Bonfire. Посмотрите, что творит. Какие они огромные. Просто обалдеть. Так, ребят, сейчас я также хочу еще пройти и показать вам череночки, наличие черенков. Мы вчера здесь сажали хвойники. Вот. Вот у меня тут вот сеточка-притеняечка. И вот такое у меня наличие черенков гортензии. Хочу немножко пройти, показать вам. Вот есть в наличии у меня такие, как диамантина, пандора, вайт лайт, скайфал, фрайс мельба, карафул коктейль, сильвер, доллар, геркулес. Выглядят они все. Ну вот, например, геркулес. Ребят, сейчас я его достану и покажу, как он выглядит. Ух ты! Пошли корни. Прям уже это. Они у меня в 0,5 стаканах 500 миллилитров. Видите, куда корни ушли? Вот они какие большие. Ну, это геркулес такой огромный. Вот. Коктейль, например, выглядит вот так вот. Вот он. Коктейль. Так. Скайфолы тоже разные. Вот так вот, вот он выглядит. Скайфол. Вайт лайт немножко поменьше. Но в любом случае все череночки достойные. Так, с этой стороны у нас что? Есть Milk and Honey. Pinky Promise. Pinky Promise даже зацветает вот здесь уже в череночках. Очень красивые, красивые череночки. Шикоку Флэш. Варигатная. Немножко есть мохито, но его совсем мало. Полистар есть. Little Fries. Вот это у меня неправильное название. Панусия написано. Ну, такого сорта нет в серии пан. Я так думаю, что это панчета. Ну, посмотрим потом. Так, металлики немножко есть. Raspberry Pink, Pixio, Полистар еще есть. Summer Snow. Вот такие красавцы. Страйбери Блоссом, Полярный Мишка, Ванила Фрайс. Кто у нас тут есть? Литл Пассион. Мега Минди. Кстати, очень красивый сорт Мега Минди. Он фертильные серийные цветочки, но очень большие шапки. Чем-то похож на Вимс Ред, но он более такой вот, более поплотнее. Так. Бабл Гам. Древовидная. Слушайте, так она растает на быстро. Просто обалдеть. Pink Light. Вот такие красавицы уже даже зацветают. Бубошечка. Тут у меня под вопросиком потерялся сорт. Так, здесь есть Red Light. Lemon Light там немножко осталось. Он мне нужен самой на размножение. Дальше Самарская Лидия еще есть в маленьком объеме. Be Happy. Саженцы все, как видите, большие, красивые. Так, тут у нас кто? Little Passion. Be Happy. Диамантина. Diamond Rush еще немножко есть. Cotton Cream. Skyfall. Limelight. Magical Sweet Summer. Так, тут у нас еще кто? Mega Mindy снова. Strawberry Blossom. Little Fries, Star Rose. Сейчас еще перейдем. Star Rose. Очень красивый, кстати, сорт тоже. Фертильные стерильные цветочки. И вот эти вот, которые стерильные, они очень крупные. Такие прям вертолетики. Очень красивый сорт.
Так, давайте пройдем на следующую. Покажу вам, что здесь есть. Petit Cherry есть немножко. Низкорослая Little Passion. Панама. Панама, Панама. Фантом. Ванила Фрайс. Фрайс Мильба. Пинки Промис. Фрайс Мильба. Шугараш. Там тоже их немножко осталось. Здесь у нас есть Паненка. Так, 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 так. Дальше жемчужины фестиваля. Вот тоже расцветает. Смотрите, какой красивый цветочек. Очень красивый. Так, Bonfire. Пиксивый Magical Kilimanjaro. Тут уже вообще цветущие. Такие Bonfire есть еще в 0,5 объемах. Панама. Так, чуть-чуть металлики еще есть. Magical Mont Blanc тоже там несколько. У меня совсем чуть-чуть осталось, может, 2 или 3. Pink Light. Тоже вот такой соцветие интересное у него. Pink Light тут и цветает. А тут вот уже красавица. Такие они, кажется, маленькие. А они такие, они уже и маленькие. Красавцы. Так, 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 так. Кто у меня тут еще есть? Панорама. Magical Matterhorn. Красавчики. Подгрызли их немножко тут. Эти слизни. Cotton Cream. Краса Лескова. Colorful Cocktail тоже. Magical Matterhorn. Какие они красивые. Красавцы. Это Little Spooky низкорослая. Тоже очень красивая, кстати. Вот прям очень мне понравилась она. BG. Ну, а здесь уже сбежавшие невесты у меня. French Bolero. Здесь у меня крупнолистная. Ну, ее практически нету. Тут чуть-чуть осталось. Все пойдет на пересадку. Ну, есть еще немножко сортов. Но я уж сейчас по крупнолистной покажу другие саженцы. Эти уже нужно пересаживать. Они большие. Нужно пересаживать в объем побольше и на зимовочку отправлять. Так, сейчас пройдем, покажу вам. Так, 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 так. Где у меня здесь крупнолистная? Так, вот она у меня здесь крупнолистная. Вот такие саженцы. Так, вот это мои потеряшки все, которые смылись с цикеточки. Ну, а здесь вот есть у меня Beauty Biscuit. Это серия Royals, по-моему. Red Angel. Начинается опять мучнистая роса. Я уже устала их обрабатывать. Перепады температур. И все, привет. Dark Angel Purple. Вот такие красавицы. Сейчас достану, покажу вам. Вот такие саженцы. О, смотрите. О, смотрите, что он делает. Вот это слизень. Надо его убрать отсюда. Грызут, грызут. Так. Вот эти вот кто у меня. Это не то. Вот это мне нравится. Red Angel, какие они такие мощные, красивые саженцы. Но все равно мучнистая роса идет из-за перепадов. Так, это просто Magical Revolution. Есть Magical Revolution Pink. Это просто Magical. Так, это у меня сальса. Вот такие красавцы. Сальса, сбежавшая невеста. Saxon Bright Red. Такие хорошие череночки. Saxon Bright Red. Красивый, кстати. Сорт вообще классный. Это The Bright. Бесконечное лето. Это у меня Мата Хари. По-моему, я ее не подписала. Сейчас посмотрим. Так. Листва уже падает. Не поставила табличку на нее. Да. Это Мата Хари. Такие хорошие череночки. Так, дальше кто у нас? Да, графин Газель. Вот она тоже красавица. Вот такой у нее лист. Дальше Флюрене Блю. Вот так он сегодня выглядит. Да, мучнистая роса. Но ничего. Все равно на пересадку. Что не продается, все на пересадку. На обработку. И все будет супер. Так, это у меня... О, это у меня You and Me. Значит, такая махровая розовая.
тут толком сорт ее не знаю, но она красавица. Это Summer Love, бесконечное лето. Тоже это Black Diamonds, вот такой красавчик. Вот он. Ну, тоже вот смотрю. Конечно, я их обрабатывала, но все равно. Ну, лист у него, конечно, но очень красивый. Так, дальше. Вот это Magical Revolution Pink. Она такая малышка, очень тяжело такая она растет, но если вырастет, очень красивая. Так, это у нас Magical Ruby Tuesday. По-моему, он, да, вот так вот он выглядит сегодня. Тоже интересный сорт, очень красивый. Так, ну все, дальше у нас пошли здесь уже метельчатые гортензии. Pink and Rose, смотрю, есть у нас. Diamond Rose, Pixel. В общем, сортов очень много. Так что, ребята, обращайтесь. Черенки я вам показала, выглядят они все прекрасно, все достойно. Очень крупные сами череночки. Поэтому пишите, кому нужно, я обязательно сброшу каталог. Ну, а на этом, мои хорошие, я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.